Высокие коммунальные тарифы мешают развитию бизнеса в Южно-Казахстанской области, заявили бизнесмены главному энергетику страны в ходе совещания. Более 90% у нас в области расположены наши теплицы. Это, если по всей республике смотреть, самое большое количество у нас. И они очень в больших объемах используют газ. И здесь для них газовый вопрос является очень важным. Многие компании на сегодняшний день, хотелось бы вот вас проинформировать, перебазируются в другие области в связи с высокими тарифами. Здесь не хотелось бы отмечать компании, но мы вот вместе с Жансейтом Хансидовичем на сегодняшний день сейчас считаем анализ потери. Если эти компании перебазируются туда, сколько у нас будет высвобождены рабочие силы, налоги и так далее. Ежегодная потребность области в голубом топливе составляет 1 миллиард кубометров. При этом только 62% всей области полностью газифицированы. Министр энергетики поручил рассмотреть этот вопрос. Он в Казахстане областно товарлы газом больше погасы. В Южно-Казахстанской области в сравнении с другими областями самый высокий тариф на газ. Необходимо его пересмотреть. Немало вопросов связано и со сжиженным газом. Себестоимость 1000 кубометров сжиженного газа составляет от 40 до 41 тысячи тенге. При этом заводы продают их по 28 тысяч, ну а перекупщики повышают цены. А чтобы снизить тарифы, предложено рассмотреть вопрос о снижении стоимости закупа и транспортировки или ввести единый тариф по всей республике.